Здравствуйте! На канале Анжерского телевидения программа «На местном уровне. Актуальное интервью». Предстоящее воскресенье, 17 марта, свой профессиональный праздник отметят работники коммунальной сферы. И сегодня мы решили поговорить о ЖКХ. У нас в студии Максим Масалкин, исполняющий обязанности заместителя главы городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Здравствуйте, Максим Сергеевич. Здравствуйте. Максим Сергеевич, не секрет, что сфера ЖКХ